Наступило время трансляции. 16 часов красноярского времени. Итак, сейчас я вас, и у меня есть такая манера, раскручивать всех, кто этого достоин. Вот номер один, потом какую пользу он приносит, еще принесет нашему садоводству российскому. Пока еще не оценен, но надеюсь будет оценен. Это Антон Сафронов. Антон Валерьевич Сафронов. Значит, сейчас поймете, почему я начал с этого. Вот. Когда-то меня надо будет сменить рано или поздно. Доказательство тому, что он человек неординарный, вот они ниже. Смотрим. Казалось бы, все просто. Валерий Константинович в 18 году был у вас. В угощении получил тазик абрикосов академик с нового участка, где два одинаковых дерева растут рядом. Вот самое интересное только сейчас начинается. Подумаешь, съели плоды. Косточки посеял. Далее, внимание. Самый сложный вариант. Прирост срезал сеянцев и привил на манжурсы. В этом году второе цветение, первый урожай. Давайте смотреть. Ну, понятно, еще не вечер, они еще укрупнятся, и уже видно, что академик остался академиком. Возможно, он будет помельче, но он будет удивительно. Знаете, вот это вот сперва сеянец, потом срезали, потом привили на сеянец, и он уже быстро заплодносится. Многие сомневаются, сеянец на сеянец, жди теперь 10-20 лет. Нет, все гораздо быстрее. Еще раз. Был в 18 году. Понятно? Значит, посеял 19-й. 19, 20, 21. Пожалуйста. Вот. Мне задавали вопрос. Я все превращаю в учебу, в лекции. Мне задавали вопрос. Вот тот самый. Ну, понятно. Сеянец, жди теперь долго-долго. Кто говорит 8 лет, кто 15. По-всякому говорят. Ну, бывает на 5-6 год, особенно абрикос. Но хочется как можно раньше. А он сеянец. Берем, прививаем опять на сеянец. И тому всего один год. И у того впереди длинное детство, там 5-8 лет. Нет, друзья мои. Когда-то, когда Антон Валерьевич продолжит, ну, мало ли заболел. Ну, вот, все бывает. Помирать не собираюсь, не надеюсь. А так получается, что тут же очередной понедельник, и я умоляю вас, сейчас еще примеры приведу, я умоляю, Антон Валерьевич, будете нашим королем? Оставайся, мальчик, с нами. Вот это должен быть новый лидер. Когда-то это должно случиться. Вот. Вот так, как будто ничего не поменялось. Понедельник, объявление, и поехали. Только вопросы уже будут задавать ему. А у него, смотрите, какой опыт. Видели? 4-й год. Пожалуйста. Никакого этого самого долгоиграющих сортов. И, как видите, волшебные руки. Это один пример. Еще раз говорю. Сеянцы срезал и привил на сеянцы. Но сеянец академика прекрасно прижился. Я очень сомневаюсь, что он его укрывал. А это Кемерово. Ой, это Новокузнецк, Кемеровская область. Вот вам один пример будущего короля. Второй пример. Меня он еще больше удивил. Вся школа. Далее на фото шелковицу из моего сада. Материал добыл на Алтае, на берегу Катунь. Я спрашивал, дикая? Он говорит, дикая. Укоренил черенки. Пожалуйста. Вот вам специалист по черенкам, по укоренению. Выделилось одно растение, форма кроны штамбовая. Штамбовая. Рост 23 метра. Перезимовало выше уровня снега. Хвастаюсь урожаем. Внимание, тут должен быть тушь. Там, дам. Вот он, пожалуйста. Готовый селекционер. Вот. Вот что значит наша маленькая компания. Ну что, Антон Валерьевич, будешь нашим королем? А такие примеры множатся. Вот где это чудо могло быть? Кстати, удивительное чудо. Когда вот так вот закрученное штамп, это значит, что это место особое. Оно не совсем правильное. Это, скорее всего, на разломе порастет. Вот силовые линии, как его закрутили.
угадать, что это. Правильно? Вы теперь все знаете. Черешня. Самое интересное впереди. Ягодки, пожалуйста, тоже. А теперь внимание. Грушев Сергей. Родственница сегодня из Норвегии написала, что в лесу наши старые деревья объели одно из них. В Норвегии поспела черешня. Я бы не поверил, если бы не близкий родственник. Вот такие дела. Вот. Ну, я-то верю, все-таки Гольфстрим, все-таки там потеплее, чем у нас будет. У них даже за полярным кругом теплее, чем у нас до полярного круга. Вот он не поверил ей, а я не верю, что у нас не может расти. Только сейчас пришло эти. Вот. Только я не могу туда, там множество телефонов, я не могу нажать WhatsApp. А там пришли ролики от этого, от Макарова. Только сегодня я сделал фильм. Фильм посвящен тому, что теперь нам надо действовать ускоренными темпами, чтобы все в застое, диком застое. Вот. Плюс агротехника смертельная, которая не развивает садоводство, уничтожает его на корню. Так. Я привел несколько примеров и сказал, что у меня есть кандидаты на должность будущих чрезвычайных комиссаров. Номер хотите? Прочтите, кто еще не читал. И сейчас это не поздно. И сейчас это в доступе. Прочтите Дудинцева, писателя. Белой одежды. И тогда поймете, какие сейчас люди нужны. И в каких условиях там приходилось работать людям, у которых мозги есть. Вот. И там, в этом фильме, в частности, я привел несколько примеров самых наших выдающихся сортов. Людей. Сортовых людей. Вот так можно сказать. Сортовые. Вот. Сортовые люди. Вот. И привел пример, что сейчас наука главная должна уже заниматься совсем другим делом. Уйти с этой лыжни и новую лыжню. А мы уже эту лыжню проложили. И науке легче будет. Создайте институт чрезвычайных комиссаров. Чуть ниже подробнее. А тот фильм рекомендую вам посмотреть. Вот. Вот так вот. Норвегия. Удивили, что Норвегия. Удивительно, что у нас у этого черешни плодоносы, как ничего не бывало, Макаров. Теперь вы угадайте, сколько там, может, несколько садов всего вокруг Москвы. А мне Свирин присылал, старый 40-летний черешни присылал ветки. Виноградов, помню, если я не ошибся, именно он нашел старую, там, чуть ли не 100-летнюю черешню. Вот. Свирин – это Волга, Виноградов – Сызрань. Мы можем же, если захотим. А где-то кто-то когда-то. Но это дерево, что свирель, что виноградов. Вот. И еще скажу, ребята. Сегодня я был на рынке. Глазам не поверил. Я не могу пройти мимо этого. Не могу. Я фотографию сделал, этот видео сделал. Но я вот из этого чертового телефона не умею переносить, что надо учиться. Вот. И сделал мужика ведро с черешнями отборными. И еще тарелка с черешней. Вот столько на тарелке, 200 рублей, никто не покупает. Я полчаса стоял возле него. Возле этого Георгия. А он, оказывается, я сразу говорю, Бодлеровский. Он говорит, Бодлер мой сосед. Но Бодлера на свете нет, а сосед вот он. И знаете, что он мне сказал? Участок-то заброшен, никого там нет. А я теперь все сначала. Я не могу бы не говорить. Вот, где эта черешня Свирина, которая может быть 50 или 70 лет? Виноградов, если не он нашел, то кто-то из тех же краев тоже прислал мне черенок. Не помню, кажется, Виноградов. Да недавно, на них табличка должна висеть. Охраняется государствами под защитой ЮНЕСКО. И пока это дерево не будет собрано с него тысячи этих самых, пусть десятки, сотни черенков, тысячи косточек, чтобы продолжить этот род. И этому дереву должно быть вот так вот огорожено, так, чтобы туда и доступ пойдет. Еще росгвардеец, караул. Вот что должно быть в России. Нужен, я говорю, на будущее, потому что когда-то никто не верил, когда Мичурина власть поменялась, я не намекаю, не хочу, чтобы власть менялась. Это через кровь только. Но как бы сделать, чтобы при этой власти был создан институт чрезвычайных комиссаров, и все это было взято под охрану? Столько удивительного всего. А меня уже допекло, уже фильм с утра создал. А потом раз, как нарочно, подхожу к мужику, сидит, черешни торгует.
Правда, никто не покупает. Да это уже не потому, что он не стоит этого. Когда-то, мне рассказывал Боднар, у него заплодился сердце, он 4 ведра вынес на рынок. И какой-то говорит, ну так, слово такое не обидное, не русский, не торгуя, все 4 ведра купил сразу. Ну, видимо, по родине соскучился. А тут черешня крупная, отборная, в Черемушках, в горах продается. Строительство ГЭС. Он свои 4 ведра продал. И с тех пор и до сих пор ни хрена, десятки лет потеряны. И технология его не нужна. И эти самые, а я воплю, воплю, кто меня слышит? И уже на том свете человек попал. И сейчас я узнал, что этот сад заброшен. Что же это творится-то? Да мне только черешня. Вот так.